Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Абхазия приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По инициативе министра внутренних дел Дмитрия Дбар и согласованию с посольством России в Абхазии, сотрудники милиции досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 29 июня выборочные урны были доставлены в МВД Абхазии, где более 700 сотрудников органов внутренних дел в режиме непрерывного несения службы сделали свой выбор в присутствии членов выездной участковой комиссии посольства России в Абхазии и официального представителя МВД России в Республике Абхазия Станислава Абсава. Основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в городе Сухум. Согласно установленному плану, в день голосования в обеспечении общественного порядка и недопущению правонарушений будут задействованы сотрудники подразделений МВД Абхазии.